Мы покормили свиньего, все ушли, теперь будем упаковывать. Да, я слушаю. Слушайте, Менцева, телефон. Вы что хотели? Вы его мама? Да, я его мама. Извините, пожалуйста, но ваш сын умер. Понятно. Я его привезу. Смотрите, сейчас мы тела эвакуируем. И мы надеемся, в ближайшее время тело вашего сына передадим на украинскую сторону.